Самка клопа весьма плодовита. За один раз может отложить до 300 яиц. Вредитель был завезен из Америки, поэтому у него нет естественных врагов нашей местности. Бороться с ним приходится только людям, причем лучше механически и как можно быстрее. Если сейчас мы не обработаем, это в геометрической прогрессии, это большое будет увеличение численности вот этого коричневого мравного клопа. Сейчас что нужно делать? Конечно, сейчас это трудно связано с тем, что идет созревание плодов, овощей, вот, ягод. Поэтому там, конечно, химически работать нельзя. Вот есть санитарные нормы, вот ограничения есть. Вот поэтому механически, вот где-то кто-то у себя на приусадебном участке увидит, значит, механическое уничтожение вот этих яйцекладок и личинок нового поколения. Химическую обработку можно будет провести только после сбора урожая. Пока же всем аграриям и владельцам приусадебных участков специалисты советуют исследовать растения и деревья. Клопы окутывают листву, на коре деревьев появляются обширные некрозы. На курорте ситуация пока спокойная, однако важно вовремя забить тревогу и не допустить гибели урожая.